больше! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь здесь ваше вторжение и окончится! Никто не уцелеет! Так, где глыбы? Малышка, беги! Вы чувствуете? Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Так, две метки. Будет фаза. А первый метод. Почувствуйте всю мощь господина и погрузитесь в отчаяние. Сразу разбивает. Стойте поближе, чтобы, сука, не бежать далеко. Не бегите на стену, на ступеньки, не скидывайте ничего, блядь. Будете стоять за глыбой, будет скидываться все. Трепещите! Под босса и будет притяжка. Ибо ваша жалкая магия! Теперь бессильно! Беги, малышка, беги! Я пока не могу. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Давай под босса, отходи маг. Терпи, Слава. Разбили сразу, ты сразу меняй. Следующий под босса. Ваша жалкая магия! Рейд, иди, рейд. Я вижу, вижу. Мужик, как не заходи, кинуть костом в рейд и весь рейд. Разбери сразу. Ну, пока.
На следующий выдохе тяжко. На следующий выдохе тяжко. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Беги, малышка, беги! Да, просто тяжко. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает? Не заморозь. Отбегай, кто там его состоял. Вот молодец. Видите, две глыбы сильные. Быстрее глыбы, дай себе достаток. По 800 там 10 гирей. Я со мной. Разбивай. Глыбу разбейте, это ебаный хит. Подбосса нет, последний. Может, не последний. Подбосса. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь. Давай, подбосса. И сейчас будет притяжка, не бейте, вы спрятались за ней, не бейте ее, притяжка. Беги, малышка, беги! Конец каста разобьете. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Сука, разбивайте, блядь, нет. Трепещите, тормоза, что ли, блядь? Ибо ваша жалкая магия теперь без... В сторону и добивайте босса. Я прочитать это заклинание. Наконец-то. Как она сказала, наконец-то. Сука, и шея упала. А тебе эта шея зачем? Ну у меня там вообще с мастерством. 25-й что ли? Не, с десятки норм не раз с мастерством, беспонтовая. Так, блядь, да с пятку идти и забирай слану. Да не. Слана вообще бисовая шея. У меня и так перекап мастерства. У меня глора уже есть геровская, штаны это 10 геровские есть. Нахер мне еще мастерство? Мастерство лишнего не бывает. Представь, плеча бить, когда ловушки или профа в морду на второй фазе. На третьей. На кровь пошли. Не знаю, если, блядь, ну, по сути, должны ли чё нормально убить. Там, блядь, не так сложно, как на Синдре, блядь. Может, может, не будет проблем, что ты с совы на Фурика зайдёшь. Просто убьём. Так, лютый здесь? Да. Вот эту вот кружок за контроль и... Ну давай треугольник. Ладно, идем все треугольник, потом ростного. Потом высокого. Стан, пушку.
пойдет. У меня КД. Этот кто? Соло. Бомбик за контроль. Давайте, бьем высокого. Давайте тогда бомбик бьем. Вести бьем. Есть, есть. Он ушел. На одном весе мана. Начинаем. Глупые смертные, думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича! Теперь наши силы едины! Максанан был досадным недоразумением! Сила света позволит Ванару свершить отмщение! Вы 10 человек не должны такой фигни допускать. Разбежаться, если я... Вор рассекающим ебошиком. Решить его не надо. Ты просто поймите, сыграйте от тактики. Здесь, я не знаю, здесь не кубарей. Не показывается. Медики все подойдут. А чё там все умирают, я не понимаю. Там кинсилы чё-то лезут. От сферы умер. Смотрим, Келесет, темница охуенной тьмы. Она просто сфера сразу жахнет, ваншоты, блядь. Жесткая. Я не понимаю. Темница тьмы, блядь. Это же Келесет. Это Талдорам. Какой Талдорам? Келесет, блядь, их убит. На какой Келесет? Он на меня висел все время. Сука, так как их темница тьмы убила? Я его подкрыли, ему надо в этом сарае. А чё вы упали-то, ёбаный рот, вы знаете, нет?
это вы бегали или что? Где их там? Кинетик? Да, темницы тьмы, это от бега. Не, когда бегаешь, то с темницы тьмы. А почему вы бегали, блядь? Вы что, заданули? Кинетики 3 поднимаем, РДД. На сферах тоже поворачивается. Прольется кровь. Насладитесь болью. Моя чаша полна. Льется кровь. Ну да, намного бьет. Не летай. Депресси 5 минут, так что... Прольется кровь, моя чаша полна. Прольется кровь. Ищите перед Долдорадом смерти, ибо сила сферы питает меня. Моя чаша полна. Насладитесь болью. Моя чаша полна. Истина в смерти. Алло. Легенду, короче, голем убил. Чё убил?
Такой шарик от Талдрама, короче, летает. Да, да. Да, он всех убил, ебать, хули он ваншот и сразу прилетает. Вот у нас Карловкус. Ну да, шар пламени тоже. А че, как от него вообще, блядь, съел выцели? Что с ним делать-то? А что с ним делать? А вы все, наверное, рядом со мной стояли, молодцы. Все вот эти вот. В Гере, по-моему, 4 человека в Наренже, и тогда он в них летит по-любому. Вы близко стояли с этими боссами, с двумя, либо кого-то откинуло, либо сорвал кто-то, блядь. Вот, шар прилетел и всех ебануло уешкой. Теперь клон, коробку, и маг должны стоять далеко, метров так на 25. Ну конечно, когда на вас летит этот дерьмо, вы должны отбегать. Но отбегать не просто куда-то, блядь, а отбегать рядом со своими РДДшками, чтобы этот шар разряжался по ним. Тогда их можно захилить. А если он большой прилетит на вас и хлопнет, как сейчас вы стояли близко, не знаю там, наверное так и было, то он будет вам по 70-50 тысяч наносить. Видимо, милики тоже делят. Милики тоже делят, потому что да, он когда а милика и там. Начинает лететь, он по ним дамаг наносит. Ну, видимо, рядом просто стояли. Цель вообще должна убегать, или все. Да просто сбегаться, чтобы пробегать по ним. Молодцы, покурили, заебись. Давайте, кто там еще? Тресните поклонскую. Здесь давайте фулбам. Не сейчас. Насчитаем. Глупые смертные. Думали, что встаньте одолели далеко, нас. РДД. Сан-Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь он там наши стоит. Силы едины. Роксанан был назад в недоразумениях. Сила смерти позволит Коронару свершить отмещение. Тоже беги от нас, вот к шаману стали. Я понял уже. Прочитал. Вот, возьми на леча. Вот, возьми на леча, 10 лет.
убить. Еще долечать что-нибудь. Голем сейчас будет. Смотрите, РБД здесь вводит. Далеко. Хан стоит с нами рядом. Клон один стоит. Клон умирает. Бегите всех клонов. Бегите всех совет. Сейчас там метку, все РБД съебались в кусты. Только не в точку. Уйдите все с платформы, блядь. И стойте, блин, человек вам. Сове, подойдите к ступенькам, блядь. Все, толдрам не будет сейчас. Слейте его, да. Вот еще довольно. Вон стоял один, все видели, блядь. Нихуя ничего не разрядилось, он умер. Десять герц вот так. Получилось не выглядеть. Фантом. Пойдешь хилу? Нет, фантом. Он дебит. Кинетику не бьем. Забили, да? Че, зергаем уже, да? Алло. Кинетика, все пиздец, да? Все, кинетика падает, у вас хп нет. Молодцы, давайте упадем. Я б на лича там магом зайти или там. Слышишь, что меня? Да, да. Я ж тебе говорю, чумка еще до лича. Хоть и лич. Не, ну я могу и чумку как бы, но. Бейте его точечно, как ему бейте шары. Хилы вообще. Сейчас я сбегу с ним, что он хочет. Кинетику бейте, что, похуй, да, на кинетику? Я понял. Скажи поклон, скажи равно какой-то, да? На тактику вообще любим поебать. Вон там, прям мастерство падает на Фурика. Да уж. Мне тоже пушечка на Фурика нужна, например, или на мага. Давайте этого дурака в оковах, ДД бей. Понаёбывай его. Это заклинание. Это заклинание. Ещё не готово. Смотри, за стенку забегаем. Никто не может, да, сделать? Опа, залосал. Надо подождать. Опа, блядь. Нормально, да? Я просто не знаю, у вас голова такая, зачем на плечах? Неужели вы ходите просто, я не знаю, кнопочку с цифрой гнев там тыкать или звездопад, или там рассекающий удар? По квадрату контроль, желательно и вот этого тоже законтролить. Кто пойдет, бьем высокого. Это кружочек высокий. Ну давайте, лютый квадрат, ромбик соло. Вот так.
Ребята, не грустите. Не надо грустить. Веселитесь, блядь, радуйтесь. Вспомните сериал какой-нибудь интересный, в какой-нибудь момент. Чего вы такие грустные? Давайте, убиваемся. Так, нет. Даже молчат тверка. Да, нет, ну мне хилом не надо как-то. О, давай вместо меня. Слушай, короче, вот, не могу я дальше идти. Ты не можешь по каким-то причинам. Потому что я на работе, я думал, помогу. У нас тут народ попёр. Ну, я понял. Давай. Ну кто у тебя вон? Кем? Есть что-то. Ну, идти. Не, не могу. Ну, я могу сходить. Ну, магом не надо или фуриком. Давай друидом, ну, я в ШП. Давай в ШП зайду, пофиг. Давай друидом. Эрдру. Нет? Ага. Штрафа нет у нас, кстати. Там полетит. Только ЕП дай ему, ну, типа, за рейд. Мне не надо ЕП типа потом давать мою человека. Я себе как псих в 3 часа ночи начислю. Всё, Войт, извини, но в натуре думал, блин, успею. На работе это понятно. Так, ты не хочешь хилить Эрдру? Ты пойдешь на ШП мне заходить, Эрдру? И заходить в ШП-шку. Ой, Эрдру, я ШП. Так у неё Эрдру там фуловый. Нет. Мне не принципиально, шутим, мне ничего не надо, поэтому так, чё, сходить. Провагонных раков, да? Это у Кральки фуловые, у меня нет. У меня ещё много. Ты летишь, надеюсь, да? Я лечу уже в пути. Томас Лока нет, рейд там жопский. Удиален пишет, погнали в дух. Кто был Эрдрушкой? Никто, Бецер Шамшлик. Ага, Бецер Шамшлик. Поэтому и падает. Ясно. Да не, не думаю. Я сняла с пугами. Ну, пошла в 10 герц, типа ШП. Повайпалась раза 4 на лепе. Всё. Цершам, что нормальный хил. Сейчас я уже в инсте бегу к вам. А на совет или куда? Совет идти, где вы? На совет идти или где вы? Да, совет вам. Там же стрелочка на карте есть, ничего тут. Я знала, куда бежать. С ульдой десяткой такая проблема, вообще пиздец, блядь. Я её, блядь, ну, 100 лет не собираю. Какая проблема? Не собирается никто. Онлайн, ничего себе, 30. Не, ну чё? Ну, так много народу онлайн. И я помню, Олег собирал в какие-то там дни, ну, такие недельные.
в будни, и мы ходили вечером, как всех наших времени. Ничего. Да тут пиздец с этой хуйней, с этими вашими вайпами, блядь. Сейчас 2 БР будут, они вообще пачками падать начнут. Ладно, чё ты на людей вообще гонишь? Блин. Ты их сам взял, собеседование в РК и прочая херня. Сейчас, подожди, да я рыбу поставлю по грызу. Не, ну ты так писал, по крайней мере, в чате, мы хохотали, конечно. Ну, там пару тел было, с кем в РК побазарил. Ну чё? Прикольно. Там... Ну я бы не пошла в такую дивизию, если по чесноку и все. Ну блин, это... Ну Олег со мной не проводил собеседование, когда брал меня в гильду. А я ему написала с шамана, типа я была 6 с копейками, наверное, шаман, или 6.1. И пишу, возьмешь? Он такой, да, go. Типа имя там, вся проф. Ну ничего он такого не спрашивает. Подожди, рыбу поем. Давай, мстим. Я была бы рада, если бы он сказал, заходи в РК, я проведу с тобой собеседование. Прикинь, девушка мне попадется собеседование проводить. Я ее испугаю. Так. Начинаем, короче, там пошли. Это было что нагло. На ригеле хуйня. Протопал. Варом. Да, все варами хотят. Больше там гидром. Мне пушка нужна. Вар. Да, все обычки я не знаю. Я вот шел, я вообще думал, со мной я сейчас буду мечтал. Танчик, не танчик. Ну, я, у меня просто не было, когда вы собирали, я бы дыкаю. Получилось бы танчить, но у меня как раз еще не было дома. Ну нет, я танчила 10 гир, просто не в такой хорошей гильдии, как Дарт. БДК? 6 гир. Его бы в разы больше шибет, чем меня. Потому что он в зеркале санит ее. У меня раньше такого не было, как там было. Там не вечная, а новая вечная. Ревностно. Ревностно. Ну так мон фулога не сразу бьет. Охот он даже. Ну что будет, если сейчас даунтон, потому что она мне будет больше не покупать. Там второе зеркало появится уже. Это не должно, его в рейде нету. Антифир по шаману. Зеркало по рейде нету, оно не должно вроде появляться. Да, бред, прожимайся просто. Так думаешь, от моего дамаг зависит какой-нибудь или нет? Да-да, 100% твоего урона мне летит. И еще сверху. Не-не, больше не летит. Вообще, я больше не летит. Ебать, охуенно ты тени разнес, ёб твою мать. Просто спасибо. Дал мне зиму, но скажешь, смотри на себя. Прошибает. Так я и под базыч. Ну вот. Все кончилось, не забудь. И здорово. Хильки сильный клон. Ман, сам хилься, не достаю до тебя.
Ха, держи, шаман тень вносит. Войд, мы видим, не кричи. Давай-ка там покровительство свое юзай. Я и так юзаю. Я смотрю, не помогает. Шаман тень не выносит, Войд. У меня ж нет крита, как у него. Ты чё? Ну, не знаю. Значит, целительное прикосновение юзай. О боже, нет, Войд, вообще, кто тебе сказал, что им нужно хилить, зачем? Нужно. Ты слушаешь восстановление, да нет, нет, нет. Давай, девчонку быстрее, сейчас Вальки резнется, пиздец. Или уже резнется. Можно будет сказать, если Вальки резнется, что у тебя рейд такой же долгий, как у Джериона? Чтоб тебе было обидно. Джериона... 5 было и 6 часов, я в двух рейдах подряд у него участвовал. Это вообще жопа была. Мы уже 2 часа идем, 2 часа. Да. Ну мы, блядь, должны сейчас убить нормально, если просто перетает. Я оттуда наблюдаю. Да, в бой прикольно. Давайте бежим. Служок, ребят. Ура. Мы победили этот трэш без вайпа. Наверное, хилы лучше стали. Хил, который был на меня, тоже прилетел. И я нахиливала меньше, чем шаман. Шаман хайши. ПСУ, этого не видно. Тут протоколы чуть-чуть жрут. Поэтому иди сюда, шаман, или дайте стан, там, мамам, что ли, давай. Шаманы без пенсии. Маме без пыльца. Надо. Меня только не выкидывай из его пальца. В рейде, что мы так долго били, что дважды убили собак. И упал ленточка. Классно. Не, в первый раз не упал. Во второй мы уже там что-то брохот, трайлинг, каким-то кубом были.
И типа, ну там они сначала начали, пошли, там профа не убили, всех остальных убили и вернулись, типа. И, короче, второй раз я говорю, давайте убьем собаку, давайте убьем собаку, убили, реально лямочка упала. Я думаю, хоть что-то хорошее в этом рейде. Я тоже там был, по-моему. Что? Легенда Вов тоже был, по-моему. Может, это мы с вами до сих пор были, нет? Не знаю, я не знаю. Это за Аликова было, я не помню, честно. В принципе, это не принципиально, но... Вот она. Ох. Только не все сразу, не все сразу, не все сразу. Сразу за линию заходите, начнем. Да. Стрэндж нужно держать? Да, конечно, на РНЖ хан, ЧП, сова, маг. Я три и танк. Три и танк. Сайв мага к нам, да. Так, привет, Гиби, возьмешь доуек. Разбойница 80 уровня. В бою возьмешь на агрессе, будешь брать гинити. Ну написал, сори, показания. Напиши, писы какие, таких другие идет. Хапсом вроде. Ну давайте, попыляем. Пробую, не хочу брать пусть. Кто тебе нужен? Мне нужно. Ну, это классно. Не бери протокол, у меня на ручку будет. А у меня Коля Кадатри. В принципе, мне принципиально. ЧП 6.3, на все 6.3, ЖК там 5.6, ЖК 5.5, да. Я уже был удар. Ну так нормально. Дух на сове, прям большой. Не вижу, что, короче, показания. Па, будет морозиться от человека. Квест на что был? Квест на какой квартал был? Квест, да. На боссе не квест. Самый лучший Синдру, по-моему. Утонул, блядь. Сделал РС. Не все Синдру убивают, наверное. Надо забыть, как. А кем он был, Варан? Морозиться. Я понимаю, что они хотели, но я не знаю, как получалось. Тут либо есть? Жми, пожалуйста. Новости, народ. Гниломорт сдох.
Легенда, что там? Какой у тебя, блядь? 6,5 уже, блядь? Ретрик, это тут 5,1? Ретрик, не, 5,9. На протопала, смотри, там пару шмоток в начале было. А протопал у меня, не знаю, где-то, наверное, 5. Ну, не, не все же шмотки, там у меня всего там, сейчас скажу, там 12 шмоток, что? В прошлый раз плащ я и это забрал. Шею. Ну да, обвисываю. Одна спора, значит, шамана. Тут две споры, блядь. Одна шамана, одна мили. Да, одна шамана, одна под босса. Мак, мак. Манаху. Мак. Так, каску. Поклонский по магу. Поклонский по всем каскам. 40 секунд. Все, он бафнет в бою, прими готовность. Примите готовность, тема. Поехали. Обычные облака газа, только будьте осторожны. Не такое уж оно и обычное. Я там подъезжу. Тебе АПК. Брестца пока не бьет сильно. Он в бой, смотри, бьет как сильно. Ну чё, у меня был один случай, когда шаман не забежал на лаву, ну типа в 10 гере, а ее спулили. У всех. А у Кральки там мы сегодня с ней разобрались, там чуть-чуть, ну, таланты были не так раскинуты. Ну, то есть, типа, докинуты там, где они не критичны, и не вкинуты там, где нужно. Ну, конечно. В смысле, зачем вы? А, хорошо. Подожди, а ты видишь какие-то таланты, куда есть лучше вкинуть? То есть, куда отсюда нужно вытащить и вкинуть куда-то, чтобы было лучше, ну... Да, а что ты забрал? Я таланты себе не раскидываю, если что. Это мне Богдан раскидывает всё. Я... Так, хил танки. Ну, у тебя какой-то другой спех, я так понимаю, я не знаю. У меня там, да, вот этот честно. Мирный дух вкачивает. Вот это вот, наверное, ну, у меня, наверное, что ли, будет так мало. Я его почему-то вкачал, не знаю почему. А, ты открой, я не вижу это. Где это вообще? Мирный дух, это вот слева там уложение. Ну да, у меня только у Кральки было один, я видела, с металлан. Один был туда вкинут. Ну, я спокойствия не даю вообще, потому что оно только на свою пати, от него нет смысла. То есть пати хилов, давать спокойствие, ну такое сомнительное. Вот, покровительство, оно... стаки. Оно и так хилит, ну это не критично. Я тем более с утешением, с чешкой, ну... Длительное прикосновение я вообще не вижу. Ради одного покровительства вкидывать 5 талантов. Это откуда-то их надо вытащить, чтобы туда вкинуть. Это очень затратно. Нифига. Ну да, так. Не знаю, я так считаю.
хороший талант. Тут вот этот, который рагу восстанавливает. Кундом, купли, варом, там да, все. Да, да. Энергию, рагу. Ну, крутой. Ну а вот это, получается, у тебя ушло. Что получается? Три таланта. Так, блядь, сколько? Два таланта, а еще куда у тебя таланты ушли, ну-ка. Где? В хиловерке, получается. Ну, у меня пс. У меня. А, везде вот, вкачано. Еще по прикосновению вот это у меня не вкачано, хуйня. И тоже нацелительное покровительство, добавочное, вот это надо. Ну надо, значит, переделать. Может посмотреть там у Дани какой-то другой у Вани. Мне кажется, не тоже. Я не знаю, Ваня вообще один хилит. Не знаю, честно, я их не осматривала. Но Ваня один вообще РС-ку хилит, поэтому спросил его, я не в курсе. Рома Штопчик тоже. Как он матюкался на меня, когда мы первые РС-ки траили. Почему я не могу в 2 кила выхилить тьме нет? Вот поэтому кроме вопрос. У него, кстати, символ на фуловый БР же там все дела. Меня нету, если честно. Ну, у меня все символы. У меня что, стремительное омоложение, буйный рост и быстрое восстановление. Я этим только и хилю. Она там спрашивала, что некоторые ставят на покровительство природы символ. Я говорю, я не знаю. У меня эти стоят, это самые скиллы, которыми я больше всего хилю, чем какие-то другие. Или там, ну, я не меняю символы там ради РС или чего-то. Так, тут смотрите, тут что у нас? Что у нас тут, блядь, дайте вспомнить. Перевести, переведем или нет, не знаю. Тут же два слизня и дебафов нет, правильно? Да. Ну смотрите, короче. Я не знаю, сколько нет, как думаете? Не знаю. Куклу я похотаю, могу рагу кукле набить. А вот по ДПСу что там будет, я не знаю. Давайте, значит, будем стопать. Бурсты не отдаем сейчас с пула. Первого слизня зеленого бьем без замедления. На двух слизней замедление накопишь там. Давай пей куклу. На счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Не врываемся, бурсты не отдаем. Вот он, крылья ебанул. Бля, легенда. Как дела? Нормально. Я сильнее вижу. Да у меня дамага нет нихуя, блядь. Нихуя с крыльями плюс 2. Должен слизней зеленый, который сейчас будет. Стоп, попробуем. Стоп. Быстрее стопнем. Идем к пробу. Вот где он сейчас будет стоять, там будет слизней. Москве решил ебать вообще. Слизней все будем. Сильно. Бейтесь. Что сразу? Копи. Две лужи должны быть сейчас. Перевозить его отлично. Сбыть вас видно. Не переводите. Рага есть, все заебись. Зеленого. Отстал. Так, слизней бьем. Зеленого, красного, всех бьем сильно. Вот зеленого убили, добежать не должен. Красного сильно бьем. Всего одна не попадает в лужу, стой. Что? Это еще откуда? Сначала будет красный, перемещайтесь. Видать, приготовитесь. Не полба. Молодцы. Здесь мы ее не слышим. А
От него, от него, от него. Беги, беги, паладин, беги. Я понял, понял. Я начал думать. Не видел, что он. Смотрите, комбы вышли из-под босса, вышли из-под босса. Идем за проб. Сейчас зеленый будет выливаться. Его, его будете бить и сразу пробу перебивать. Бейте проб еще сильно. Но слизень появится, сразу будет переводить. Как пирогу могу. Давайте все снизу. Профи потом переводим сильно. Давайте профи сильно. Профи сильно. Так, колба 3 секунды. Великий, давайте вперед, уже побежали. Колба под боссом. Колба. Ушли, ушли. Он стоит сам в деле. Все, переходка. Двух замедляет. Отошли к столу, чтобы зеленый выбрал вас ближе к столу. Маг. Маг не принесет. Все, сдавайте зеленого сильно. Красный пока долго лежит, зеленый покупайте. Мелики бейте. Чуму передавайте. Из чему он бежит. Маг. Из чего сдохнет. Бля. Передал кому-то, нет? Бейте красный, что же сказал. Давайте себе. Не мешка полетит, но идите сразу вперед. Сразу побежали вперед. Колба он стоит тупо. Не стойте под боссом сейчас. Уходим. Так, забираем Петронский. Там диван. Ну, бля, это бьет так. Миллион выбивайте сильно. Драну сложно давать, падали по КД. О, орган Ер. Забираем, как это пало, хотя бы хоть что-то. Блин, я тоже нужен. Ну, там защитник. Ханту, там приоденется. Да это считай, блять, ханта и легенда, вот, блять, их подевают. Блин, какой танк? Мишка? Ну, у меня была с пугами в Гере днем на неделю. Сролила печеньку последнюю на медведя и... И что еще? А, и запись сурка. Вот, мне остался клык. И с рыски две шмотки, кольцо и запы. Но запы я отдала Джериону. Стоим вот здесь на мосте. Ну или пошли за мной, короче. На мост пошли. Кто ж побежал? Я их Диме вступила. Пошли. Какую-нибудь с ним ходить. В принципе, разница в пере была вообще. Ну, 0.5% или там что-то такое. Не, мышка нормальная, но мне больше всего
Гуски, пойдем сейчас завалим. Третий валик, есть, нет, искать третий. Походу никуда не убьёшь, заебись. Упадите эти ебаные, блядь, 100 зомби там заспавнились. Падайте резче. Кто там? Здесь как много мобов, как двух. Да вообще бесит нахуй. Сука, слов нет. Циркуль, блядь. Админы, блядь. Пиздец.